Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4-й квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапы регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, сегодня в выпуске. Битва под Москвой. В день боевой славы ветерана Великой Отечественной войны участника тех событий Николая Никитовича Анохина навестили в госпитале. За бескорыстную помощь лучших анапских волонтеров отметили грамотами и благодарностями. Имя Кубани. Генеральный директор санатория «Дилуч» может войти в историю края. В эти дни в России отмечают 75-ю годовщину одного из самых масштабных сражений Второй мировой войны – битвы под Москвой. Анапчанин Николай Анохин, ветеран Великой Отечественной, участник обороны Москвы и сражений на Курской дуге, еще не посмотрел фильм «28 панфиловцев». Для него та история – правда жизни. Он уверен, что не будь такими стойкими те ребята на подступах к Москве, у истории был бы другой расклад. Он мечтает увидеть этот фильм, но пока в госпитале. Председатель Совета ветеранов Анатолий Гапонов от Совета, от главы города-курорта и всех анапчан поблагодарил ветерана за подвиг и вручил подарки. Пришли поздравить тебя с 75-летием битвы под Москвой. 100 грамм нет? Нет, 100 грамм сказали нельзя, а то бы мы... Нет, вот когда выпьешься, мы придем, мы же... Поэтому здоровья тебе и мы горды тем. У нас спасибо. Остался единственный участник обороны Москвы в живых. Битва под Москвой закалила вас, и поэтому вы всю войну прошли молодцом. Поэтому держитесь там же. Николаю Никитовичу 94-й год. О том, как выстояли в 42-м, помнит в подробностях. Мы, например, не чувствовали большой подготовки к наступлению под Москвой. Нейтральная полоса, где были наша засада, обнаружили, что немцы начали отступать. И мы начали отступать. Подтвердили. Вот помнишь, мы в Витязи были эти участники обороны Москвы, и Лужков почти их приглашал. Они просили, чтобы от нас туда к ним приехали навстречу. Николай Анохин обладает медалью за боевые заслуги, орденом Красной Звезды и почетным орденом Серебряный Крест за достойное выполнение воинского и гражданского долга. Всего более двух десятков различных наград. Ветераны говорили о здоровье, планах на будущее и о том, как важно помнить и чтить подвиг воинов-освободителей. И к другим новостям. Праздничное оформление анапских улиц к Новому году, работа энергокомпании и общественного транспорта. Эти и многие другие значимые темы обсуждали сегодня на общегородском планерном совещании в администрации города. Первый заместитель главы Анжелика Бузунова подняла одну из злободневных тем – плановое отключение электроэнергии. О них сетевые компании должны заблаговременно уведомлять глав сельских территорий, чтобы те, в свою очередь, имели возможность предупредить руководителей социальных объектов, предприятий и жителей. Для чего глава должен? Он должен позвонить, предупредить в школу, в котельную, что смотрите, в 10 утра до 12 будет плановое отключение. Делают это для того, чтобы поменять там шину, еще что-то, ну то есть улучшить энергоснабжение в зимний период. И людям максимум рассказать. Люди возмущаются когда? Когда они не ведают. Идите к людям и извиняйтесь за временные неудобства. Еще одна важная тема – подготовка к международной выставке «Анапа. Самое яркое солнце России», которая традиционно пройдет в феврале. По прогнозам, она объединит порядка 250 представителей турбизнеса. Сергей Сергеев потребовал от управления по санаторно-курортному комплексу активнее работать с руководителями объектов показа. Заместитель главы Владимир Забураев поставил задачу в ближайшее время провести комиссию по безопасности дорожного движения, а также внеплановые проверки выходящего на линии транспорта. Еще одно поручение отделу по транспорту от главы – подготовить предложение по улучшению движения на анапских улицах. О том, как Анапа проведет
проведет новогодние и рождественские праздники, рассказала заместитель главы Мила Мурашова. Основные мероприятия стартуют 20 декабря и включат флешмобы, представления для детей, спектакли, работу ярмарок, молодежные акции, которые пройдут в городе и всех сельских округах. Предупредить балансодержателей помещений, где будут проводиться мероприятия, да и на улице тоже, организаторов мероприятий, по безопасному их проведению. Особенно в плане пожарной безопасности. Еще раз проверьте выходы, пути отхода, чтобы не было заохламлены, средства пожаротушения и так далее. Персональная ответственность. Еще раз, время у нас есть, чтобы ничего не омрачило праздник. Создавать праздничную атмосферу необходимо уже сейчас. Задача руководителям предприятий и организаций – активнее украшать город. Новогоднее убранство на улицах и в центре уже появилось. Но, по словам заместителя главы Олега Костенко, этого недостаточно. Статус курорта обязывает Анапу быть городом праздника. Все новогодние праздники сотрудники МЧС будут работать в усиленном режиме. На этой неделе спасатели проводят инструктажи с теми, кто будет задействован в праздничных мероприятиях. Сегодня о мерах безопасности рассказывали работникам культуры. На них ляжет основная нагрузка. Пожарные призывают еще раз проверить котлы и систему отопления. Особое внимание к праздничной пиротехнике. По статистике, именно петарды зачастую становятся причиной трагедии. Гирлянды и прочая иллюминация только заводского изготовления, только с паспорта. Любые пиротехнические изделия, которые тоже каждый приобретает к новогодним праздникам, только покупать в специализированных магазинах, то есть которые закрытое помещение, в специализированных ящиках там закрытых хранятся. И если приобретаете, надо требовать инструкцию, паспорт и инструкция, чтобы была на русском языке. Естественно, сертификат качества. Запускать эти пиротехнические изделия только вдали от дома, от различных там построек. И детям, конечно, самостоятельно этого делать нельзя. Напоминаю, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо набрать 01 или номер 112 сотового телефона. Генеральный директор старейшего в Анапе санатория «Делуч» Вера Стефановна Севрюкова будет представлять наш город на краевом конкурсе масштабного проекта «Имя Кубани». Веру Стефановну выдвинули на почетное звание в номинации «Трудовое имя Кубани». В Анапе есть люди, чьи достижения и биографии неразрывно связаны с развитием города-курорта. Вера Севрюкова – одна из них. Ее жизненный и трудовой путь – это тот самый случай, когда человек однажды навсегда выбирает для себя профессию и в течение всей жизни отдает себя любимому делу. Человек-история. Так говорят о Вере Стефановне Севрюковой, сотруднике санатория «Делуч». В Анапе она живет и работает с 1972 года. Прошла путь от рядового врача-невропатолога до главного врача курортной поликлиники. В годы перестройки под ее руководством заработал новый диагностический центр на 5200 посещений в день. Учреждение не имело аналогов в курортной отрасли страны. С 1993 года Вера Стефановна возглавляет одну из крупнейших в России, одну из базовых здравниц курорта Анапа. В 90-е приходилось лично объезжать предприятия по всей стране в поисках клиентов, работать в долг и по бартеру. В итоге предприятие не просто сохранило свой профиль, но и получило дальнейшее развитие. Она оказалась высококлассным менеджером, то есть управленцем, в том понимании, какое сейчас вкладывается в это слово. Она умела одновременно создать из нашего коллектива семью, а просто отношения. Она практически знает каждого. Сегодня ежегодно здесь проходит лечение 19 тысяч человек. Более половины из них по социальным путевкам. Города Делуча – отделение нейрореабилитации, которое появилось по инициативе Веры Стефановны. Также здесь долечивают пациентов после ряда тяжелых и сложных недугов, в том числе онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний. Перенесшие инсульт восстанавливаются на 80-90%. О возможностях здравницы знают врачи и рекомендуют ее своим пациентам. Только Делуч. Только туда, если хочешь жить и восстановиться. И морской воздух, и отношения, и лечение. Все это в комплексе очень хорошо помогает. Гендиректор Делуча, автор 20 книг, 4 запатентованных изобретений, более 200 научно-практических статей. Ею разработаны уникальные методики реабилитации. Сегодня методы очищения организма от радионуклидов применяются во всем мире. В 1997 году Вере Стефановне присвоили степень доктора медицинских наук, а в 1999 присудили премию правительства Российской Федерации в области науки и техники. Сегодня в санатории работает уникальная информационная компьютерная система.
система. Очень многому мы учимся у нее. То есть вот это терпение, как это должно быть, вот правильно, наверное, вот она как бы вот задает какую-то стратегию, тон, вот этот вот в самом предприятии. С 2000 года Вера Стефановна – депутат городского совета. С 2003-го возглавляет Анапскую региональную курортную ассоциацию, в которую входят 25 курортных предприятий Анапы, Краснодара и Москвы. Организация работает в том числе и на сохранение природных лечебных ресурсов. Герой труда Кубани, доктор медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации, лауреат многочисленных конкурсов Вера Севрюкова снискала глубокое уважение и признание как в Анапе, так и далеко за ее пределами. Новым депутатом Госдумы от Краснодарского края станет сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта Светлана Бессараб. Сегодня на заседании Центра избиркома был рассмотрен вопрос о передаче вакантного мандата депутата Госдумы от партии «Единая Россия» Александра Скоробогатько. Напомним, что в прошлую пятницу он добровольно сложил полномочия. По неофициальной информации, Александр Скоробогатько решил больше времени посвятить бизнесу. В рейтинге Forbes теперь уже экс-депутат занимает 40-е место среди российских бизнесменов. Светлана Бессараб запомнилась анапчанам совместными с администрацией города экологическими проектами по спасению Витязевского лимана. Помимо этого, Светлана Викторовна является депутатом Законодательного собрания региона и председателем Краевого объединения профсоюзов. С 3 ноября те, кто желает зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть компанию или реорганизовать юридическое лицо, должны обращаться не в налоговую, как раньше, а в многофункциональный центр города-курорта Анапа. Это связано с постепенным переходом государственных структур на электронный документооборот, развитием сайта государственных услуг и электронного правительства. Теперь эти все пакеты документов идут через многофункциональный анапский центр. Вот, то есть это вновь создаваемые индивидуальные, ну, допустим, ИП, да, это опять же внесение изменений в виды деятельности, допустим, которые осуществляют эти индивидуальные предприниматели, первоначальная постановка юридических лиц на налоговый учет, внесение изменений в учредительные документы юридических лиц, а также ликвидация потом индивидуальных предпринимателей, либо юридических лиц, вот, все это теперь будет проходить через Анапский многофункциональный центр. Проходит это следующим образом. Также приходит заявитель, подает необходимый пакет документов, вот, заверенный, скажем так, у нотариуса. Затем это все здесь принимается. Опять же, человеку выдаются на руки расписка в приеме документов. И посылается это все ценное, с объявленной ценностью почтовым отправлением в инспекцию Федеральной налоговой службы номер 16 города Краснодара, расположенной по адресу улица Коммунаров, 235. Там уходит у них 5 рабочих дней на оформление этих документов, и затем также почтой ценным, с объявленной ценностью, письмами отправляется это все к нам в наш адрес обратно для выдачи именно заявителям. Вот таким образом сейчас проходит полностью взаимодействие, так сказать, по этим вопросам. В Анапе чествовали молодых волонтеров. Тысячи юношей и девушек работают на крупных городских мероприятиях, реализуют социальные проекты. На мероприятии в городском театре отметили лучших из лучших, а также ответили на вопросы тех, для кого помощь ближнему стала образом жизни. Почетные грамоты за вклад в развитие волонтерского движения награждается Воронцова Анастасия Игоревна. В зале студенты, школьники, всего грамотами и благодарственными письмами Управление по делам молодежи отметили 40 добровольцев. В городском волонтерском движении участвуют более 3000 ребят, десятая часть анапской молодежи. У Марии Шуляк 70 часов, проведенных на различных мероприятиях. Говорит, что было очень много свободного времени, и она решила его занимать с пользой для себя и родного города. Мне это настолько нравится, то что я уже не представляю свою жизнь без волонтерской деятельности, поэтому я планирую заниматься этим дальше и ездить на более серьезные мероприятия крупного масштаба, мирового масштаба. Это Олимпиады, чемпионат мира по футболу, думаю, как-то может быть туда пробиться. Около 10 ребят сделали свои первые шаги в волонтерском движении и получили пока чистые книжки, в которых будет вестись летопись их деятельности. Маргарита Никитенко начала со второго форума «Гражданская инициатива», который прошел в ноябре текущего года. Это краевое мероприятие, в котором принимают участие молодые люди с ограниченными возможностями здоровья со всего региона. Мне дает море позитива, я люблю общаться с людьми, ну, мне дает просто общение, я люблю помогать, мне очень нравится, когда ты смотришь на людей, которым помогаешь, и они прям тебе глазами говорят спасибо, продолжая в том же духе.
Уборка пляжей – одно из ключевых направлений волонтерской деятельности. Крупные спортивные соревнования, как этот забег по пересеченной местности, не обходится без волонтеров. Ребята стояли на специальных точках вдоль всего маршрута от Анапы до Суко и далее. В текущем режиме молодые люди организуют праздники для детей, помогают пожилым людям. Они не могут это не делать. Делать хорошие дела, делать хорошие, красивые поступки – сейчас это модно. И это тоже немаловажная деталь, когда не модно курить и пить где-то, хотя мы тоже это пережили. А именно быть красивым, быть спортивным, быть подтянутым, быть человеком, который делает хорошие, нужные вещи. Сейчас это тренд нашей молодежи. Встреча в таком формате проходила впервые. Это сделано для того, чтобы обсудить, если можно так сказать, отраслевые вопросы. Ребят интересовало, можно ли разработать специальную одежду, чтобы обозначать себя на мероприятиях. Они предложили начинать информировать о волонтерстве, начиная с младших классов. Возникла идея открыть специальные курсы для тех, кто намерен помогать людям с ограниченными возможностями здоровья, потому что часто необходимы специальные знания. В городском управлении по делам молодежи видят в волонтерах союзников в противостоянии негативной информации в социальных сетях и говорят о движении в целом как об альтернативе, когда ребята занимаются хорошими делами, а значит, у них нет времени на плохие. А я напоминаю, что наш генеральный партнер, производственное предприятие «Меркурий-2», приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4-й квартал 2016 года. Звоните 48 300.